Дару-дару, с вами Мотобустер, это отдых Мотобустера и обзор на небольшую мою новую покупочку. Что я взял для отдыха, ребят? Три пивка старого мельника, два уже выглушил, ну, короче, здесь уже в одном. Пива просто нету. И пиво светло. Все, весь закуп 200 рублей, ну, короче, сами понимаете, немного. Вот обзорчик на небольшую покупочку. Что я себе купил? Это Powerbank Redmi. Покупал я для Краснодара, чтобы iPhone мой, когда сядет, просто его воткнуть и заряжать. Думал, что буду в Краснодаре где-то дни, ну, не, 3-4, ну, сколько там операций буду делать. Ну, вы сами понимаете, что я приехал, в Краснодар мне сказали, операцию нельзя делать. Я уехал из Краснодара, весело. Я бы, скажу вам так, по секрету, не пил бы еще бы где-то полмесяца, месяц, точно. Ну, если по операцию сделали. Вот так. Давайте, ребят, за вас. Вот такая вот фигня, вот такие прыги. Жалко, жалко, что операцию не сделали. Ну, что поделать. Вот так вот все слаживается. Эх, отдых перерастает в грусть. Шутка. Сейчас будет весело. Чуть-чуть там под наверну пивасика. И будет вообще веселенько. А с вами был Мотобустер. Всем пока-пока.